министр спорта Кабардино-Балкарской республики, заслуженный мастер спорта Асланбек Кушнов. В зале в качестве почетного гостя присутствует легендарный борец, заслуженный мастер спорта, абсолютный чемпион. Чемпион России, Европы, мира, Олимпийские игры в Пекине, обладатель Кубка мира, двукратный чемпион Европы, как я уже говорил, Ислам Альбия. Присутствует также в качестве почетного гостя абсолютный чемпион Алексей Мишин, заслуженный мастер спорта, чемпион России, Европы, мира, неоднократно уже со счета сбились сколько раз, и олимпийский чемпион Алексей Мишин, Саранск, Мордовия. На центральном ковре победу попала